Помощь людям, пострадавшим в дорожной аварии. Такой сценарий отрабатывался на соревнованиях среди пожарно-спасательных подразделений МЧС. Всем участникам подобные ситуации знакомы, поэтому что делать, вопроса не возникало. Но учитывалось не только качество, но и время. Соревновались три команды – из Абакана, Саяногорска и Черногорска. В каждой по 4 человека. Нужно было извлечь пострадавшего из искореженного автомобиля и оказать первую медицинскую помощь. В итоге быстрее всех оказались черногорцы. Теперь они будут представлять Хакасию на сибирском этапе. Вторые спасатели из Абакана и на третьем месте Саяногорск. Легенда, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Зажаты оба пассажира, у одного сломана нога, у второго рука. Нужно деблокировать пострадавших, оказать им первую помощь. И стоит отметить, что у нас пожарно-спасательные подразделения уже с начала этого года привлекались 87 раз на дорожно-транспортное происшествие. Спасено 12 человек.